Всем привет, с вами Ванук, и как вы видите, у вас снова на экранах Stellaris. Уж так мне эта игра сильно понравилась, уж так мне прямо она зацепила, и даже я скажу, что интересно по ней видео снимать, несмотря на то, что вроде бы как глобальная стратегия, это такая вещь, которая, ну, не отличается динамичностью, и, в принципе, снимать по ним видео, это, ну, скажем так, недостаточно специфичная вещь. Но, тем не менее, как я уже сказал, игрушка зацепила, и я решил, что надо бы продолжить, почему бы и нет, в общем-то, снимать видюшки, пытаться вам по этой игре рассказать, хотя, на самом деле, в принципе, если так глобальный план говорить, то игровой процесс, ну, как он есть, мы уже изучили. То есть сейчас, в настоящий момент, мы просто развиваемся, просто идем уже по пути базовому, то есть когда мы имеем уже знания об этом проекте, мы просто их уже применяем. Ох, сколько тут планет, как она тут плотно в этом месте галактика завязана. Кстати говоря, я в первом видео пытался разобраться, что из себя представляет Млечный Путь, и в итоге пришел к мнению, что не знаю. А вот тут сейчас поизучал уже этот вопрос детальнее, и да, у нас оказывается Млечный Путь тоже спиральная галактика, там, по-моему, она спиральная галактика с перемычками, как-то так, но это не важно. То есть, в принципе, мы сейчас, по сути, играем что-то вроде а-ля Млечный Путь, но это же так, маленькое отступление. Как вы помните, в конце прошлой серии я создал что-то вроде отдельной зоны, ну, это есть отдельная зона, где она тут, правление... Да, вот сектор Конкорд, то есть мы этот сектор создали, он у нас, соответственно, так, лидер доступен, давайте мы тебе, а, нет, не переименовать, тебя и назначим, то есть, соответственно, он будет находиться в собственном управлении, но при этом оставаться де-факто в нашем государстве, и, соответственно, видите, у них там, кстати, есть баланс собственный, какие-то там исследования, собственное влияние, минерал. Ну, главное, у них сейчас положительный баланс, это хорошо. Я как раз хотел это посмотреть сразу. Дело, соответственно, у них там специализация наук. Можно им задать, соответственно, специализацию, наука, финансы. Соответственно, я так понимаю, если мы им делаем что-то из этих, то, соответственно, на это влияет на нашу всю фракцию. То есть это будет пользу приносить и нам. В том числе перепланировку, уважайте плитки. Это, видимо, какой-то косяк перевода. Кстати, в первый раз, когда встретился, то что когда читал отзывы по данной игре, мне там писали, мол, ну, в Steam, в смысле, писали, что, мол, тут много косяков перевода. Вот, на самом деле, вот первое, которое я сейчас только увидел. Так, а у нас пока исследование, инопланетный зоопарк, может, все-таки изучить наконец-то. Ну, в принципе, на самом деле, не особо нам пользу будет приносить, так-то, если уж говорить, может, даже... Есть смысл что-то другое изучить, я не знаю, там, допустим, арктический мир, вместимость флотилии, ну пусть будет пока вместимость флотилии, так уж и быть. Вот, соответственно, возвращаясь к этим ребятам, собственно, какие-то нам пользы будут давать, мы можем, соответственно, какую-то специализацию дать, но я так понимаю, если мы им делаем специализацию, соответственно, будут страдать другие элементы, я пока это делать не хочу. Мы можем, видите, еще давать... в помощь какой-то. Ну, в общем, эти ребята, наверное, все вот этот сектор, это что-то вроде а-ля колонии, более только расширенный функционалом в Europa Universalis 4. Там в одних последних патчах сделали возможность, что, ну, точнее, не возможность, а в принципе колонии, они отделяются в отдельно, если эта колония, соответственно, находится, ну, в новом мире, условно скажем так, то они сами отделяются, создаются вроде как отдельная фракция, но при этом фракция привязана к нашей, то есть мы на нее территории можем свои войска строить. Мы там можем, соответственно, какие-то там политические детали корректировать. Ну, соответственно, она нам деньги перечисляет, заработанные и прочее, прочее, прочее. Вот здесь видим что-то вроде такого. То есть это такая, что-то вроде колонии нашей, которая, соответственно, нам помогает, но при этом, видите, снижает наш общий лимит. За счет этого у нас есть возможность еще одну планету колонизировать. Я собираюсь, наверное, их отправить в систему Апфанг. И там еще одну колонию основать. У нас, соответственно, сейчас будет как раз лимит 5-5, что очень хорошо. В общем, я, наверное, доволен своим решением. Вроде никаких сильных минусов я в этом не вижу. Вот, и я, кстати говоря, еще начал строить... вот, я построил уже, точнее, обсерваторию. Обсерваторию у нас, соответственно, повышает исследование на планете. В принципе, вот на этом планете не особо полезно. А вот на этой, конечно, я так понимаю, не полезно. Потому что, видите, у нас тут много исследований. И наличие здесь вот этой самой обсерватории
очень хорошо позволяет продвигать науку. А наука у нас здесь пока важная, потому что, в принципе, сражения у нас особо так пока что не идут. Вот, соответственно, у нас строительный корабль тут завершил свою задачу. Давайте еще научные станции будем строить. Вот, еще хотелось бы, конечно... Кстати, вот этот Сидир хорошая система. Тут есть бетерианский камень, который нам позволяет электростанции продвинутой строить. Исследование, но есть у нас еще вот эта система. Кагатун. Так. А давайте что, картам поменяемся, я никогда против не был. Вот эти самые Кагатун, где находятся вот эти самые цивилизации. В принципе, сам система бесполезная, потому что в ней есть только вот минералы, два штука, и все. И, в общем-то, на этом заканчивается преимущественная система. Но здесь есть, как я уже сказал, вот эти самые... как их назвать-то? Ну, по сравнению с нами, это, конечно, можно сказать, дикари. Товарищи, ну ладно. Постоянно приходится ставить игру уже на паузу, потому что много всяких событий. Хочется постоянно и держать ухо востро. Ну и плюс, с учетом того, что я много болтаю, приходится отвлекаться на это. И, соответственно, я могу что-то пропустить. Так, бездействующие сооружения. Это нам за дело сделано, потому что у нас на планете уже минус один. Ребята голодают. В принципе, можно им... Указ стоит много очков влияния. Я думаю, поголодают, типа, им из других планет позавозят еще что-то. А соответственно, пока что, как и так будет, пока не достроится, ну, в смысле, пока не заполнится шкала колонизации вот на вот эту самую гидроподную ферму. Тогда, в принципе, будет попроще, ну и, в принципе, как-то так, наверное. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Так, еще одну эмоциализацию обнаружили. Меня уже даже не особо волнует, хотя, в общем-то... Ну, соответственно, тут есть какие-то вот... Kirim Unified Suns. Kirim... они здесь высадились. Это вот эта фракция. И они еще вот тут построили две колонии. В принципе, может быть, есть смысл такого развития. То есть не прям вплотную, чтобы у вас границы были один в один. Но тогда есть шанс, что кто-то тут впихнет свои колонии и просто отрежет ваши колонии от основной земли. Как-то так. Вот, у нас колониальный корабль летит в систему Афанк уже вовсю. Научная станция тут строится. В общем, развиваемся. Так. С учетом того, что у нас это в прошлой конце серии у нас вообще было куча энергокредитов. Сейчас их, конечно, уже поменьше, потому что я тут много чего построил. Но, в принципе, развиваться продолжаем. Так... Я сейчас науку двигаю и прочее. Так, инженерная лаборатория. Правда, у нас сейчас инженерных лабораторий неожиданно так много стало, что они сейчас чуть ли не вперед вырвутся. Так, технологии изучены. Кстати, армию роботов изучили. Может быть, как-нибудь мы это еще и применим. Хотя, честно говоря, не знаю, есть ли смысл. Это моя колония роботов, этих всяких андроидов, как я уже в прошлый раз предположил. Они, по идее, как бы ускоряют развитие, но при этом с определенными штрафами. Так, тут на сеть, да, дорогие? Ресурсы, рельсотрон, торпеды, разрывные пушки, тип корабли, крейсер, пусть будет у нас крейсер это круто, крейсер это вообще замечательно, и, опять же, как я читал в отзывах, что после появления крейсеров все вот эти корветы и даже эсминцы, они перестают вообще роль играть. Так, читин. Так, мы там, кстати, альянс до сих пор не можем сформировать. Так, ну-ка, пока тут ничего не убавило случайно. Давайте попробуем. Пригласить в альянс минус 6. Не хватает 6. Ну, не факт, кстати, когда нуля дойдет, что они согласятся, но, по крайней мере, может быть. Так, а эти товарищи, может быть, они... Более... Нет, это минус 18. То есть, в любом случае, нам нужно как-то пытаться с ними... общаться, может быть, торговое соглашение этому делу поможет, может, еще что-то. В общем, пока не дотягиваем мы до нормального альянса. Кстати, вот с этими, может быть, есть смысл. Но это тоже, да, не захотят. Эти вообще минус 26. То есть база, вот этот минус 50, портит все это. Как не добавляет, конечно, ложку дегтя в бочку меда. Ну как, в общем... В общем, делает нам плохо. Минус 50, из-за этого мы, собственно, и страдаем. Так, долетел наш кораблик. Давайте посмотрим, какая система здесь лучше. Арфанг 3. Ирафанг Илла. Или как она там называется.
А, 3А, наверное, че я туплю. А, Арфанг 3А это вообще, наверное, луна какая-то, судя по всему. То есть на орбите большой планеты. Забавно так сделано. Но вот, соответственно, на нас доступен только Арфанг. Ну, в принципе, тут и самый лучший, наверное, да? О, а это вообще не желаю. Так, ладно, давайте на Арфанг 3А колонизировать планету. Так, ну и куда-нибудь сюда сразу, чтобы у нас сразу хавка была. В общем, продолжаю нахваливать эту игру. Действительно, прям действительно классно, действительно очень интересно. Единственное, что все-таки хочется мне вот эти все поудалять. Но нельзя, нельзя. Если я вот этот Сирадон сейчас снесу, у меня вот тут провиснет кусок очень большой. Хоть у меня, допустим, Романорекс вообще бесполезен на данный момент. Хотя, кто знает, может быть, тут со временем исследований появится какой-то суперценный ресурс, который нас сразу вырвет вперед, и все такое в этом духе. Может быть, вообще единственный ресурс в этой звездной системе. Конечно, это маловероятно, но все возможно. Вот, и, соответственно, вроде как строительный корабль у нас простраивает. Давайте посмотрим, что у нас еще не построено. Кстати, Варфанг можно будет потом достроить, когда добывающая станция. Отлично. Хидробиус. У нас тут попал в зону нашего действия. Отлично. Вот Арфанг тоже стал нашим. Теоретически с прицелом на то, что может быть еще потом какой-то вот эти две станут нашими. Кстати, их надо исследовать между тем. Вот, научный корабль как раз давайте-ка и отправим изучить систему. Так, новое исследование. Так, что тут у нас? Сместимость опять флотилии, биолаборатория. Содержание армии, количество лидеров и стоимость найма. Кстати, вот это, наверное, полезно будет, то что стоимость найма спадет у нас. Но это пока что не до этого. Слишком много там очков требуется. Вот, что у нас тут еще есть. Настройки планировщика. Я тут еще продолжаю с удивлением узнавать, что у нас есть еще какие-то всякие дополнительные действия, которых до этого я не знал. Кстати говоря, на строительный корабль можно зацепить на горючую кнопку. Вот, пока он там. У нас один, у нас был по два научных, по два строительных корабля, но мы, как вы помните, их поубирали, потому что они были неэффективны на тот момент. И, в общем-то, они сейчас неэффективны. Как-то так. Так, ну, в общем, живем-живем, может быть, еще под Хиксар. Кстати, Хиксар у нас... А, Ведунг. У нас Ведунг на Хиксаре, мы пока его давать не будем, нам и самим он нужен. Как-то так, да? Кстати говоря... Надо нам, наверное, если есть возможность, сразу, пока у нас есть очки, пока они больше не нужны на что. Наверное, не нужны, по крайней мере. И еще одна инженерная лаборатория. Звучит все, говорит слово лаборатория. Инженерная. А сейчас так много инженерных, кстати говоря, реально много. Их, по-моему, есть смысл заменить на... А что, только на базовый научный блок можно заменить, а потом уже апгрейдить. Ну ладно, пусть будет так. Я хочу просто заменить на физическую лабораторию. 40-10 торговое соглашение истек, посольство и прочее. Тут там сражается опять. Нам, мы о войне знаем только вот из этих подсказок в этих тут появляющихся. Так, ты сразу сюда начал. Блин. Так. Но когда он автоматом, конечно, выбирает не очень удобно это, но, допустим, нам сразу на самом деле желательно бы хавку. Хотя хавки пока хватает, да? Хотя это может очень быстро закончиться. Давайте-ка вот это очистим. Сюда потом сразу впихнем ферму, чтобы он сюда потом сразу начал следующий колонист уже сюда строиться. Так, у нас же вроде как там ускоренное развитие уже есть. Так, ты тут поизучал? Да, ох, вот эти сразу вошли в наше это, как только мы его исследовали. Ну, точнее, они еще исследуют, но он уже стал... Наш счастью. Мы идем, кстати, вот этим Калет Вэллен Домейнс, что, кстати, не очень хорошо, потому что напоминаю, что эти товарищи к нам очень плохо относятся, и они нам вполне возможно могут войну объявить. Так, еще одних обнаружили. Сколько у вас тут всего-то? Я, в принципе, много ставил на строечках. А с учетом того, что мы картами обмениваемся активно, соответственно,
мы тут все новую территорию узнаем. Но, в принципе, так-то галактика уже почти вся открыта, я так понимаю. Как-то так, да. В принципе, ну, это, конечно, совсем опасно лезть. Это будет уже пограничные что-то серии конфликтов. Кстати, интересная эмблемка у этих товарищей. Такая щух идет. Так, можем тут, кстати, еще исследовать. Тут, смотрите, такая малозаселенная территория. Может быть, у тебя, кстати, вообще никого нет? Да, похоже, никого нет, потому что вот эти товарищи за нас исследовали. Как получилось у нас, чем дальше от... Хотя нет, я не сказал, что чем дальше, тем малозаселеннее. Как раз наоборот, допустим, у нас тут очень большая плотность. Тут, видимо, воюют, тут как бы... Что я хотел сказать-то? Тут, в общем, в этих местах, соответственно, как-то меньше империи. А может, просто я их так вижу, может, они на самом деле больше. Так, ну да, как-то, наоборот, даже к центру особо не стремятся заселять. Хотя, казалось бы, тут столько всего интересных планет, как они близко находятся, как их удобно захватывать. Но нет, что-то как-то не спешат. Ну, наверное, потому что здесь просто никто в центре не начинал. Кстати, вот тут интересный такой момент. Тут вообще какие-то неисследованные места, вообще неисследованные. То есть даже не знаю, каким образом их можно открывать. Заполнено опять, заполнено. Так, ладно. Кстати, интересно, вот эти буховиды, или как там, они наверняка чьи-то вассалы. Я бы, конечно, все-таки попробовал ради прикола повоевать с кем-нибудь. Но вопрос, с кем? Научный корабль изучает, строительный строит, все правильно. Все идет по плану. Так, у нас, кстати, уже... О, кстати, добывающий... Лазер, добывающий дронов. Лазер... добывающего дрона. А тут лазер добывающих дронов. А, ну все правильно, лазеры кого? Добывающих дронов. Я просто думал сначала, зачем лазером добывать дронов? Вопрос. Так, и что это нам дает? А, ну просто... А, ну разрезают. Может быть, нам что-то в будущем даст. Давайте их исследуем. Может быть, нам какие-то еще прогресс в плане исследований даст. Вот, кстати, газ-гразерс. Я на самом деле сначала думал, что вот эти товарищи, это типа какие-то по нашей территории летают из таких развитых фракций. Но потом понял, что на самом деле-то по чужим территориям без разрешения летать нельзя. И это, оказывается, какие-то, видите, всякие амебы. Космический кит, вот, космические киты типа летают спокойно совершенно. Вообще им наплевать на границы. И они нейтральны, в общем-то. Даже не знаю, можно ли как-то исследовать или еще что-то. Сдается мне, что вижу, сдается мне, что они просто туда-сюда мотаются и все. Ну и пусть все летают, чё. Система изучена. Там, кстати, тут еще... А, ну все правильно, потенциально. Хотел сказать, что тут еще одна планета обнаружилась, а у нас уже эта система-то заселена. Так. Так, нет, стой. Куда ты? Оставайся на месте. Я хотел вообще другого выбрать. Так, Совершает варп-прыжок. Отменить, почему варп-прыжок нельзя. Все двигатели на минимум. Надо же полный назад как-то неправильно звучит. Да, назад, возвращайся, стройся. Я вообще хотел научный сюда послать, изучать систему. Вот, все-таки надо хоткеями пользоваться, так удобней. В общем, на самом деле, все больше и больше времени проводим на глобальной карте, как-то пользуюсь ей вполне удобно, привык я, по крайней мере. Вот, тут все видно, все интересно наблюдать. Ну-ка, кто вообще такие? Ну-ка. Ханш. Как с вами связаться? Вот, ханши. Так, ханш у нас протекторатами являются. Ну, понятно, хуже некуда у них, ну, все понятно, да? Понятно, в общем, мы в посольство пригласить кого-то не можем. Нам в посольстве, кстати, туда-сюда скачет наши отношения. Может, мы в эту Антанту? Но Антанта далеко, нам надо сидеть. Расстояние неизвестно. А это кто? Типа мы их еще не открыли, что ли, чтобы мы с ними знать, где они находятся. Надо с теми, кто ближе всего к нам находится, пытаться дружить, вот. А ближе к нам всего... Собственно, вот эти, с кем мы и так дружим. Но как все как-то не додружимся, да? Вот эти оба сизюрени, собственно, это... Все они нас сильнее, с нами хотят. С ними надо хоть как-то это пытаться договориться.
Все, но все не получается. Может, они нас все-таки пригласят, решат. Ну, типа, мы, конечно, не настолько сильны, но мы тоже полезны. У нас на территории есть все такое в этом духе. Флот у нас есть хоть какой-никакой. Корвет надо будет, конечно, устранять. Отлично. Научный корабль плавает. Строительный тоже плавает. Замечательно. Вообще у нас такая кишка уже какая-то получается. Я даже сказал, если перевернуть карту, а тут, кстати, она переворачивается, да? Может как-то, ну, без расчета этих товарищей красных, которые... А, только временно можно перевернуть. Которые нашего же цвета, на самом деле, не они. Получается, знаете, такая вроде что-то вроде... носка или какого-то сапога такого. Что-то вроде нашим, собственно, Италия. Получается, так, лаборатория, запомни слово, лаборатория, как там шла Саша по шоссе и сосала сушку. Так, что тут у нас, очистка атмосферы, приспособленность, Академия Космофлота, Великая Флотилия открывает указ, открывает сооружение, биолаборатория еще одна, стоимость улучшения корабля, думаю, пригодится, мы сейчас, может, будем что-то и улучшать еще. Система изучена, замечательно, но к нам она уже не вошла. Так, а тут что за интересное такое место? Кстати, Орих еще изучить систему, он входит, не входит к нам, по-моему, не входит. Но тоже, может быть, войдет, если мы его изучим. Так, ну, в общем, как-то так, да? Космопорт надо, кстати, построить. Пусть будет кинетический. Космопорт у нас полезная вещь. Помогает развиваться. Мы там сможем, кстати, гидропонную ферму, ну, какую-то там, которая нам даст нам на хавчик и прочее. Так, что я тут хотел сделать? Тут нам нужно, вот, построить тоже ферму. Окей. Так, тут, раз уж ты так пошел, ну, хотя, на самом деле, нам нужно, в принципе, хотя, почему нет? Давай уж, ладно, построим научный блок. Чтоб не простаивал, товарищ. Так, умер лидер. Опять, конечно же, ученый. Ну, наймем. Нас сейчас хватает вполне. Так, материалы. Темп изучения. Ну, я думаю, вот темп изучения, это для тех, которые летают, а не которые сидят в лабораториях. И пытаются там какие-то науки исследовать. Это... теоретики. То есть для теоретиков это бесполезно. Так. Ну, в общем, как-то так, да. Так, в принципе, сейчас можно накопить, попробовать построить еще одну какой-нибудь пост. Вот только вопрос, где этот пост построить. Тут у нас, смотрите, уже плотно как все заселено. Прям уже тютелька в тютельку. Тут, может быть, даже есть смысл... А, ну сейчас мы тут, наверное, не построим. Кстати, обратите внимание... Тут частично синие, частично не синие, то есть, но этим мы, наверное, ничего не сможем, да? Так сказать, строить за них космопорт, наверное, не сможем. А, нет, смотрите, можем космопорт, мы можем построить. Так, планетка. В принципе, технологии здесь не так уж и развиты. Можно что им тут... пища, с пищей у вас, кстати, все не очень хорошо. Давайте, может быть, вам пищу дадим. Хотя... Надо подумать, на самом деле, что им сюда воткнуть. Фабрику мы не сделаем, потому что у нас ресурсов не хватает. Корвет и сборочную вещь не вижу. Сборочную верх не вижу строить. Оборону, может быть. Скорострельность, урон от оружия. Запасы пищи, инженерный отсек. Обсерватория, жилой отсек, обслуживание. Ну, конечно, так в глобальном плане, наверное, все-таки обсерватория. Хотя... Ладно, на всякий случай, если вдруг тут война какая-то будет у нас в этом месте, что тут можно было пункт обслуживания кораблей нам организовывать? Хотя, в принципе, на наши звезды тут рукой подать, ну, почему нет? Почему бы нет? Кстати, тут можно нам адмирала нанимать, он у меня когда-то был, но, по-моему, помер. Ну, в смысле, не по-моему, а точно. Вот, давайте-ка мы тут еще построим корвет, эсминец. Кстати, у меня тут неожиданно образовался еще один какой-то эсминец. Чем он, интересно, лучше?
повышает уровень получать черту археолог. Замечательно. Так, давайте-ка посмотрим конструкторы судов, чем у нас этот корвет отличается. Точнее, этот эсминец отличается от этого эсминца. Так. А всего лишь тем, что здесь у нас, соответственно, лучше оборонительный военный компьютер. А, то, что мы тогда делали, почему-то он выделился в отдельный. В отдельную эту. Кстати, мощность. А, ну все понятно. Кораблик. Ну, на самом деле, нужно вот так сделать, потому... О, тут еще появился. Улучшенный военный компьютер. Улучшенные, улучшенные тут аж появились. Так. Давайте вот так, наверное, сделаем. Почему надо тот же проект? Потому что нам тогда можно будет эти корабли улучшать, насколько я понимаю. О, кстати, улучшенные отражатели. Вот как-то так. А этих реакторов нет, те же. Так, я бы на самом деле бы поставил бы... Вот у нас регенерирующая обшивка, но эта обшивка не дает нам броне, дает нам на регенерацию этой брони. Соответственно, сделаем вот так. И вот эта броня теперь будет типа регенерироваться. Теперь у нас получается сбалансированный кораблик, да? По крайней мере, мне так кажется. А тут у нас вроде как все тоже. Красный лазер, кстати, какой у него урон, интересно. 1.64, 55, 57, 2.15, 1.81, 2.09, торпед 2.51. А, страж, но он... П, а, кстати, П, что такое? П? А, П сюда можно впихнуть. Мне просто интересно, small, medium, large, а вот это П, что означает? А, точка обороны. Носим ущерб, точность. Мне просто интересно, что, какая от него польза по сравнению вот с этими. Как-то помогает защищаться или еще что-то. То есть надо это все где-то, может быть, прочитать. Автопушка. 2.34, 2.43, 2.12. Так, ну, в любом случае, наверное, ракеты 2.09. А это 2.51. Кстати, можно заменить на торпедки. Это 5.02 там дает. Да, это торпедки лучше будут. Дальше идем. Смал или рельсотрон? 2.43, но это с маленький. Соответственно, в принципе, я так понимаю, маленький... 2.43. Это лучше, что нам доступно сейчас. Так, дальше. Осколкомет. 2.15, ну пусть будет. И, соответственно, опять же, средний рельсотрон 4.79. И можно сюда поставить, соответственно, торпедки. Вот как-то так. Перезаписываем. Выходим. Смотрим. Нам, по идее, теперь можно эти существующие улучшить. System survey complete. Наверное. Где-то, я вот помню, находил кнопку. А, вот улучшить. Да, вот улучшается наш корабли. Замечательно. Корветом потом посмотрим. Кстати, complete. Какой корвет лучше, надо посмотреть. Класса Touch. Класса Tesla. По-моему, у нас Touch. Touch это, да. Touch у нас более устаревшая модель. Кстати, давайте посмотрим. Touch 6. А, кстати, а у Tesla при этом меньше урон. Ха-ха-ха-ха-ха. Прикольно. А вот тут это урон, видите, уже сразу 4.64. Но этого, понятно, урона нет. Так, кстати, нам можно строительные корабли проапгрейдить. Да. Почему бы и нет, в конце концов. Они, конечно, будут дороже. Ну, полезнее зато. Дальние сенсоров пусть будет. Двигатель. Ну, пусть, да, быстрее летают тоже. Оружие тут мы все равно не поставим. Поэтому можно, допустим, на этом и закончить наш апгрейд. И, соответственно, заодно и научный корабль тоже проапгрейдить. Так, соответственно, вас тоже, чтобы вы быстрее летали. Кстати, есть научный блок, который тоже, наверное, в будущем можно будет проапгрейдить. Как-то так, да? Исследования у нас закончились. Так, АИ все нам подсовывают, который...
Я пока боюсь изучать, боюсь. Так, дезинтегратор. Выпуск, что у нас там с уроном с дезинтегратора? Не особо интересно. Выпускает энергетические стрелы, которые ослабляют и взрывают связь между молекулами, составляющими атомы цели. Особенно эффективно против щитов. А, но все-таки может быть не факт, что прям средний урон он является самым важным, потому что, видите, допустим, тут у нас повреждение щита, то есть против хорошо тех, у кого... А, во, кстати, какая-то активная помощь в исследованиях. А, вот тела, ну их. То есть, допустим, если корабли противник очень хорошо с щитами снаряжены, допустим, вот такие виды оружия будут помогать с ними бороться. Так. Ну, давайте-ка орбитальные все-таки фермы построим. В крайнем случае, потом заменим. Чтобы они не от голода не пухли у нас. Так, наручный кораблик. Тут все исследовал. Ну-ка. А Рич к нам входит? Нет, не входит. Жалко. А тут у нас почему-то не построено еще на Арфанге. Странно. Ну ладно, пусть строит. Так. Ты надо думать, куда дальше лететь. Давайте, ладно, полетим сюда. Вдруг тут что-нибудь архи полезное у нас будет. Что мы аж сюда построим наш форпост. Так, тут у вас что? Тут у вас и ни шалка, ни валка, ни шатка, ни валка. Но, в принципе, вроде как живете, да? Тут у нас электростанция есть. Тут у нас, соответственно, все дело построено. Ну, давайте, ладно, построим мы тебе научный блок. Кстати, я же там хотел научный блок заменить где-то. Надо вспомнить только где. Тут вроде нет. Тут до сих пор у нас беженец этот безработно сидит, не знаю, куда его прыгнуть, может быть, чему-то другому пригодится. Так, вот. Так, еще кто-то. Так. Ага. Прикольно. Так, ладно. Посмотрим, куда, что там на территории этих мы кого-то нашли. Так, пауза опять. Так, где там у нас физическая лаборатория? Так, а вас можно, ну, план, пусть будет до инженерных улучшим. Новые исследования. Мы исследуем тут преображение. О, прикольно. Может, все-таки я, кстати, там, вот этих товарищей и попытаюсь интегрировать в себе. Так, а куда ты не смог полететь? А, вот, мы этих товарищей как раз... обнаружили неожиданно. Большая такая империя, мощная. Вун Окон Кор Ворлс. И, честно говоря, даже не уверен, что это за ребята такие. Может, это какие-то вредные? Давайте-ка посмотрим, кто это за ребята. Стагнационный режим. Что за стагнационный режим? Загадочные наблюдатели. Понятно, то есть угасшая империя. То есть это что-то вроде каких-то там предтеч или что-то вроде такого. Так. Может быть, с ними попытаться? А, ну понятно, они нам все равно не захотят с нами сотрудничать. Поэтому можно на это дело забить. Но как-то меня на эти напрягает, что у нас под... прямо это под... рядом с нами находятся какие-то предтечи, ну или что-то такого. И, кстати, может быть, эти Alet Valion Domain, кстати, может, впрочем, возможно, это тоже какие-то заранее заданные. Хотя нет, скорее всего, они там сами по себе. Так, ладно. С кем мы, кстати, можем посоперничать? Вот, кстати, такой момент, потому что... они от нас далеко. Давайте мы с ними, типа... Это нам, видите, ухудшит наши отношения. Мы получаем влияние. То есть нам нужно с кем-то все равно соперничать. Так или иначе, это нам даст больше влияния. Это нам полезно, кстати, зря, что я до сих пор не сделал. Так, ладно, раз ты туда не можешь следовать, давай изучай тут. А я пока подумаю, что все-таки, где мы все-таки можем основать еще одну типа а-ля колонию. Может, очень иметь тянет вот этих пытаться изучить. Но мы тут не можем, наверное, да? До сих пор ничего строить.
нам сюда нужно расширить нашу зону влияния. Поэтому, может быть, есть смысл, кстати говоря, вот куда-нибудь вот сюда построить. Тогда, может, оно сюда расширится как-нибудь так. Может быть, действительно и так. Может быть, есть в этом смысл. В принципе, Пиноса-то, конечно, я не сказал, что прям аж ахти какой полезный мир, но в принципе тут кстати, ну да, просто если Кастор, мы скорее всего вызовем гнев вот этих, я боюсь все-таки к ним близко подходить, а вот этих товарищей хочется попробовать как-нибудь себе привязать. Знаете, наверное, как сделаем сейчас, мы сохранимся. О, а это что такое тут было? А, я на паузу нажал. Хе-хе-хе-хе. Думаю, что время не течет. Вот, я попробую сохраниться, загрузиться и посмотреть. Ну, в смысле, сохраниться, сделать вот так, как хочу, и загрузиться потом, если не получится. Вот. Так. Эти изучают. Давайте подумаем, что нам следующее лучше всего. Наверное, вот сюда что-нибудь построить, электростанцию какую-нибудь. В принципе, мир богат для экспериментов. Так. Construction complete. А почему? Материализм. А почему мы несчастливые, ребята? А, несчастливые, скорее всего, потому что голодные. Что-то у меня есть такое подозрение, что, собственно, счастье здесь в сытости. Ракета с антиматерией. Ну, пусть будут, ладно. Ракета с антиматерией. У нас же только тут штрафы, да, только тут у нас на этой планете штрафы. Хотя, вроде, я вам как... Так. Где? Тут же вы голодаете, космопорт. А, я вам панели, да, построил? Ладно. Чуть вам придется поголодать. Ребята, значит... Знаете, сколько у нас тут? Раз, два, три, четыре. Еще одно будет... Когда... Они что-то не хотят развиваться. Ладно, давайте заменим тогда на... Все-таки на эту фигню. Я думаю, что это будет сейчас в данный момент времени полезней. Наверное. Опять киты полетели. Тут наши изучают. Все такое в этом духе. Я, кстати, хотел... А, кстати, смотрите, как у нас пробредился флот наш. Хотя, может, и не сильно, потому что здесь у нас 1К, а здесь у нас точно пишется власть военная. Так. Так. На самом деле, я бы вот этих Теслам... Так, нет, не так. Как бы их так разделить, чтобы выделить какие-то какие ненужные корабли? Создать новую... То есть... Тут можно вот так, да? Тесла, тач, Тесла. Ну, Тесла я вот хочу, наверное, убрать. Потому что Тесла у нас, оказывается, больше энергии жрет, но при этом слабей. На мой взгляд, по крайней мере, слабей. Так, у нас тут Тесла сколько? 3 Тесла. Тут 4 Тесла. Значит, нам нужно еще где-то тут найти. Раз. Почему ты сразу вверх перемещаешься? А? Мне не надо. Мне нужно, чтобы ты оставался на той же позиции. Список. Не дури. Вот так, да, Тесла отсюда исчезли. Это раз сформировать. Соответственно, не сильно у нас убыло от этого. Зато теперь мы можем построить парочку эсминцев. Как-то так, да? Кстати, мы можем тут улучшить космопорт. Да, космопорт надо улучшить, согласен. И тут улучшить космопорт. Конечно, нам сейчас энергию заберет, но... может быть, пригодится. А тут космопорт тоже можешь, да, улучшить? Отлично. Вот как раз сейчас мы это сбалансируем нашим... Что-нибудь сбалансируем. Кстати, энергия опять начала проседать у нас. Как у нас с энергией вечные проблемы. Кстати, можем улучшить империю столицы. Империю столицы я не хочу пока улучшать, я хочу построить... вот тут все-таки пенсоли, пограничный форпост. Посмотрите, что из этого получится. Научный корабль может пока дальше
научить. Вот. У нас был быстрый сейф, но мы на всякий случай сделаем еще один. Вот этот что, космопорт не стал улучшать. Улучшайся, давай. Все улучшаем космопорт. Синергия просела неожиданно опять. Так, ладно. Кстати, запомни, 14.39. Посмотрим, как там потом будет. Доступ к миграции, опять же, не знаю, что это дает, но опять это делаем. Так, вот, прилетели они. Сохраняемся. И так, где она быстрая кнопочка? С научной. Так, давайте попробуем пограничный форпост тут построить. И посмотреть, что из этого получится. Если не получится, может быть, столицу проградим. Тут мы, кстати, еще всякие этим сделаем. А, тут солнечные панели. Так есть. Понятно. Тут что мы можем? Тут, наверное, пока ничего не будем. А вот тут мы можем построить сеть солнечных панелей. И, кстати, тут потом тоже сеть солнечных панелей построим. Так. А у вас, кстати, эти... обсерватория у вас есть, я понял. А как у вас с едой? С едой у вас тоже нормально. Пока, ладно, оставим не застроенный. Так. Так, а почему у нас битрианского камня не хватает? Чё за прикол? Вот чё они не бездействуют? То есть у нас... Сидир... Сидир вроде наш... Не был, да? У нас был... Паргис? Это же наши? Construction complete. Вот как. System survey complete. А вот они, блин. Ха-ха-ха-ха-ха. Я понял, в чем прикол. Отменяется. Нам нужно тут срочно этот форпост строить, а то у нас тут очень все плохо. Так, нет, не это сохранение. А вот это. Нам нужно срочно сюда построить этот. Чтобы про форпост, по крайней мере, я надеюсь, что это получится. Иначе будет это эпичный фейл с нашей стороны. Что мы просрали это нашу территорию. Блин. Это плохо. А если, допустим, мы сделаем... И это тоже у них. Блин. Что же делать-то? Ну, допустим. Пробуем вот так тогда. Как давно, интересно, он к ним отошел? А у нас один, собственно, правитель. А это, кстати, наверное... Ну ладно. Сдержаться. Правитель избран. Ну ладно. Избран так избран. Лидер умер. Безработица. Терпролис интересен. Так. Я сейчас экспериментирую все больше. Мне главное, чтобы наши исследования не стояли. Да, исследования не стоят. Тогда делаем, наверное, шаг конем. Даже интересно, реально, как давно она к ним отошла. Я просто все боялся этого и понял, что это вполне возможно. Переход территории на их сторону. System survey complete. Киоск бы, кстати, тоже нам бы забрать. Блин, ну обидно, обидно, реально обидно. Construction complete. Пустынный мир мы, кстати, по-моему, колонизировать не можем. Тут бы колонию реально оставать, и было бы гораздо проще. Давайте просто проверим. Работает это, не работает. Фишка.
Расширится за счет от этой колонии сюда или не расширится? Вот ладно, вопрос. Research complete. Так что видите, форпосты играют важную роль. В любом случае. Еще вопрос. Допустим, Серадон. Он, видите, подсвечен зелененьким. А, вот сейчас не подсвечен. Был подсвечен. Просто как... А, они меняются, видим, как-то это при приближении различным. Я сейчас просто экспериментирую, то есть, может быть, сохранимся, если это все удастся. Смена принципов. Так. Допустим. Тут у нас 1601 села. Вполне, вполне. Если фишка прокатит, я, наверное, все-таки попытаюсь сюда перенести еще один, построить тут. Этот снесу, тогда получится сбалансированный у нас подход. System survey complete. Когда поднакопится, да? А ты летай, изучай мир. Так. Давайте куда-нибудь сюда. Ну-ка, скрестим пальцы. Прокатит, не прокатит. Ну-ка. Фух, прокатило. Отодвинулась территория, а теперь она наша, да? Вновь она наша. Фух, это хорошо. То есть военная база на самом деле бесполезная. Потому что она не влияет на... Собственно, то, как у нас будут территории располагаться. То есть ее можно смело сносить, и у нас только электричество забирает. Так. Сборочная верфь крейсеров. Взрывная автопушка. Импульсный двигатель. Пусть будет двигатель еще один. Так, что у нас тут с исследователем? Ой, исследователь. Выборы правителя. У нас как-то с правителями сейчас не очень хорошо, да? Потому что у нас, видимо, с лидерами проблемы, ко всему прочему. Ну-ка посмотрим. Что у нас там с лидерами? У нас лидера. У нас тут только ученые лидеры, а губернаторы вообще все померли, да? Это плохо. Назначить лидера. Нанять. Придется нам сейчас еще на это тратить деньги, потому что губернатор нам очень нужен. Наверное. А это, соответственно, под нашим прямым управлением. Да? Еще фракции. Видите, какие тут еще фракции есть, которые, видимо, тоже какие-то должны быть, иметь влияние, но, видимо, не в нашем форме правления. То есть лояльные поселения. То есть они нам все поселения лояльны, это хорошо. Что у нас нет никаких этих протестующих и прочих. Так, кстати. Тут можно нам построить солнечную панель. Чем мы сейчас и займемся. Так, тут у нас, соответственно, тоже солнечные панели можно воткнуть. Пока что ничего. Тут у нас можно зато улучшить, но это потом. Так, ладно. Сначала я хочу вот эту военную базу, совершенно бесполезную, смести. Отлично. Отлично. Как-то так, да? Тесса нам будет потом... Попробовать вот сюда поставить построить вот эту фигню, пограничный форпост, глядишь, тогда нам можно будет вот эту отхапать. У них, по-моему, вот эта территория тоже беспланетная, то есть у них тут она не населенная, только всякие вот эти те же фермы стоят. Хотя не факт, не факт. Посмотрим, в общем, ладно, попробуем. Сюда перенести, это всяко надежнее тут, когда она будет находиться. А мы продолжаем. У нас, по-моему, тут что-то недостроено было. Да, добывающие станции, иди достраивай. Отвоевали. О, кстати. А тут все построено, да? Тут у нас все есть. Хотя... Странно, тут стоит почему-то научная станция. Хотя должна быть энергетическая. Странно.
Почему тут научная станция стоит? Хотя, по идее, должны быть энергокредиты. В чем-то так кажется. Опять наш научный простаивает, да? Ну, кстати, открыл тут этих собачек космических. Так, и вроде тут мы все поизучали, да? И HR поизучали, и это поизучали. В общем, все у нас изучено. А вот ты тогда вот сюда лети. А, тут тоже изучено. Тут изучено, и тут изучено. Все изучено, все изучено. Вся галактика почти изучена. Если уж совсем только, вот сюда можно еще поизучать. Так, почему-то сейчас он... Как тебя остановить? Тут как остановить корабль, который уже... Так, давай-ка мы тебя улучшим сначала, во. Так, так. Реально, хочется перевернуть границу, отхапать вот эту территорию наших соседей, так сказать. Будем развиваться не военными методами, а политическими. Ну, в общем, главное, что ситуация здесь спасли. И в Коске, кстати, Коску, по-моему, вообще наш не был. Вот я просто не помню, то ли был наш, то ли не был. Но в случае теперь он наш. А, я помню, по-моему, в прошлые разы я все это... Пытался разобраться, наш он не наш, и каждый раз узнавал, что не наш. А сейчас он теперь наконец-то действительно наш. Вот. Как-то так. Кстати, вот тут тоже очень все дело напряжно. Прям на границе находится. Но тут пока что наше. Кстати говоря, может тут этим, хотя смысл... Я им могу вообще дать задание именно развиваться по такому пути. Решает замену существующих сооружений в этом секторе. Управление сектором. Понятно. Ну вот, 50%, кстати, вклад. Интересно, если мы дадим перестраивать, они будут всякие эти станции строить и прочее? Давайте попробуем завершить. Почему бы нет? Так, что тут у нас? Соперничество. Флотилия улучшена. Лидер получил новый уровень. Научный кораблик. Ну, что там, что мы тут все изучили? Можно, на самом деле, где у нас там самая научная планета? 999, 12, 12. Вот, давайте-ка отправляйтесь в Юдинг. Где у нас Юдинг находится? Вот тут. И помогай в исследовании. Как-то так. Тут у нас, кстати, как дела обстоят. Тут, в общем-то, тоже вроде как процесс идет. Процесс запущен. В общем, как-то так, да? Тут мы что можем построить? Тут нам надо в любом случае хавчик. Планетарная администрация... Я пока к этому не готов. Надо нам, наверное, сейчас какой-нибудь плитки. Тут есть. Тут ты, да, строишься уже. Ну, а мне... А, кстати, а почему вам тогда так плохо? Несчастливая. А почему несчастливая-то? У нас, может, реально везде несчастливая? Нет, тут нет штрафов. Тут все нормально. Странно. Так, давайте-ка мы, наверное... Кстати, вот можно посчитать. Вот конверт... Корвет. У нас содержание 0,40. Эсминец 1,16. При этом военная сила 162. У этого 33. То есть, если мы посчитаем... 99 на 3 на 4. Это будет... 5, на 6 где-то даже, наверное, да? 6, 12, ну, на 5, нет, на 5. То есть где-то в 5 раз мощнее, чем корвет эсминец. Соответственно, при этом по содержанию он только даже до, в 3 раза не больше. То есть, ну, в 2 с чем-то получается раз. То есть, в принципе, корвет можем все поубивать. Реально, потому что они действительно бесполезны.
настоящий момент, потому что реально эсминцы рулят. А уж когда, наверное, эти крейсера получат, то и вовсе будет. Здесь нет в этой игре такого фишки, что там, допустим, маленькие корабли поддерживают большие, как, допустим, в Hearts of Iron. Там у нас есть такая особенность, что... Что... Когда вы делаете флот сбалансированный, то он как-то лучше взаимодействует. То есть большие корабли, они... Так, я что-то, по-моему, лишний эсминец поубивал. Да? Ладно, построим еще. Не страшно. Раз, два, три, четыре. Пусть будет пока так, да? Четыре. Тыри-пыри-лясим-трясим. Так, сколько у нас, кстати, по времени? 55 минут мы играем. Немножко уже начал затягиваться игропроцесс в сторону такого, знаете, меланхолии какой-то этакой. Экшена не происходит, войн не происходит. И мы можем, конечно, какую-нибудь войну объявить. Но вот кому? Так, чтобы нам не обгрести. Вопрос. Так, давай. Опять же, мы тем более мы со всеми соседями дружим почти. Ну вот кроме тех самых талакуров, которых так и меня не дошло, не дошли руки. А вот с этими точно нет смысла сражаться, потому что они нам не по зубам. В принципе, они, а эти вассалы, нассалы. Так, этими чё? Ну вот, разве что вот эти, но они нам не по зубам. Я к Калоке. Они все сильней, все сильней. Всем плохо, а это вообще недоступно. Так. Соответственно, ближайшие нам вот эти вейлоны, но они сильнее нас. По крайней мере, пока что. В общем, надо сейчас смотреть, как нас сейчас, допустим, построятся наши эти самые крутые корветы. Мне кажется, что мы вполне себе сами все сильные. Так. И до этого болото, вместимость флотилии. Флотилия у нас и так вместимая. Планетный зоопарк все никак не построим. Ладно, давайте построим его наконец-то уже. Так. Ты тут строишь, я понял. Достраиваешь, точнее. Надо будет все-таки сюда воткнуть. Да, воткнем в следующий раз, когда будем играть. А думаю, на сегодня нужно заканчивать, потому что уже как-то это дело уже у меня начинает подвисать. Точнее, не подвисать, а... О, кстати, исследовать. А как там затормаживаться? В общем, с вами был Ванок. Спасибо за просмотр видео. Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии. И всем удачи!